песни о родине, традиционные танцы и яркие наряды. В Захаровском парке прошел первый окружной фестиваль народного творчества «Россия, как из песни слова». Это фраза взята из стихотворения поэта нашего русского Есенина, которая именно подчеркивает наше сегодняшнее мероприятие. Сегодня очень много народных хоров и фольклорных коллективов. Сыночки, дочки, просто благодать, как грибочки все не сосчитать. Более 10 коллективов Одинцовского городского округа поздравили жителей с праздником Днем России. Вокалистки из фолк-группы «Дивия» представили народные песни в современной обработке. Выступать на таком празднике – радость, признаются девушки. Мы будем исполнять 4 номера. Это «Коня» из репертуара группы «Любэ». Потом «Ай-кумушки», «Порушка-паранья» и «Иван Купала». Песни задорные, плясовые. Мы будем как и петь, так и плясать на этом замечательном празднике, посвященному Дню России. Коллектив ансамбля «Россияночка» – частый гость праздничных программ округа. Много ездят и по стране. На фестивале они приехали со своим классическим репертуаром. Мы возрождаем именно вот гармонь, именно народные инструменты, именно народные песни, ну и, конечно, авторские наши. Также прозвучала «Я люблю тебя, Россия» шикарная песня в исполнении Надежды Яхиной. Первый фестиваль народного творчества организовали Захаровский дом культуры и парк Захарова. Главное было сделать так, чтобы всем было интересно и весело, говорят организаторы. Гости смогли принять участие в мастер-классах, послушать любимые песни и просто отдохнуть. Всегда впечатляет, берут за душу, это маленькие дети, которые выступают искренне, душевно, вот, там, читают стихотворения, поют песни. И вот сейчас мы ее слышим на заднем фоне, как выступают как раз самые младшие наши. И сколько искренности в их выступлениях, сколько души они вкладывают. Мы на самом деле получаем колоссальное удовольствие, потому что, ну, смотрите, как поют, какие, ну, красивые номера. Праздник. И я, погода вот как бы хорошо, что исправилась, поэтому мы сегодня вот, ну, все так, как надо. Мы с удовольствием отмечаем этот праздник и гордимся нашей Россией. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».